блин. За там упали. Летают и летают. Летают и летают. Да. Достали уже. Привет, мои хорошие. Привет, мои друзья. С вами ваша Елена. Девчонки, вот честное слово вам говорю. Не удержалась, приготовила и буду кушать. И буду кушать. А сейчас только прочитала комментарий на своем канале, где готовила мужу яичницу. Вот. Танечка пишет, Лена, прям тоже заходила, сейчас пойду приготовлю. Вот я сижу, прям слюной давлюся и решила тоже приготовить. У меня здесь вчера кабачки остались острые, что готовила по Маришкиному рецепту. Кстати, очень вкусная. Пошла, девчонки, себе пожарила яичницу с помидорами. Немножко салата сделала с помидорчиком, просто нарезочку. И яичница. Сейчас поем. Девочки, вот иногда охота чего-нибудь такого вредного. Охота просто. Вчера вот мы жарили купаты. Я съела пол колбасочки. И все на этом. Хлеб, кстати, темный, обалденный просто. Сегодня Володя купил. Очень вкусный. Нет, это Танечка купила, по-моему, а не Володя. Володя взял другую булку хлеба. Ну, у нас куры оставим. До курей. Как же это вкусно, а? Вредно, но так вкусно. Обалдеть. Мои все спят. Не знаю, правда, Кристинки не заходила. Таня, Данька спит, Володя дрыхнет. На улице жара, почти 40 градусов. Я сидела, монтировала видео, выложила на второй канал рецепт от Марины, как я готовила острые кабачки. Кому интересно, заходите, смотрите. Очень вкусные кабачки. Так что, Маришка, тебе еще раз большое спасибо за такой рецепт. Обалденно. Я, девочки, вчера приготовила полпорции на пробу. Володя сказал, будем готовить еще. Очень вкусно, очень вкусно. У меня есть на моем канале рецепт. Также вот с острым соусом чили, но немножко другой. Жарко какая. Я сегодня, девочки, не накрашенная. Без косметики. Такую жару неохота ничего. Ничего неохота. Обалдеть. Как вкусно. Девочки, какая-то вкуснятина. Обалдеть. Бойца навернула. Доела кабачки. Муха задолбала. Летает и летает, летает и летает. Даже целых две или три. Все, мои хорошие. Наелась так хорошо. Пойду сейчас на душ немножко. Сейчас пойду душ приму. И пойду немножко поваляюсь. Ну вообще жара невыносимая жара. Просто очень жарко. Очень жарко. Мне сегодня Анечка написала 40 градусов. 40 градусов жары. Это куда годится? Ой, вообще дурдом. Дурдом просто. Ой. Пойду отдыхать тоже. Так что, друзья, спасибо, что смотрите. Спасибо вам за ваше внимание, за ваши отзывы, за ваши комментарии, за вашу любовь, поддержку, симпатию. Нам очень приятно, очень приятно. Все, мои дорогие, пойду я сейчас в душ и пойду немножко тоже поваляюсь. Там в доме прохладненько, здесь вообще жарко. Еще увидимся. Не забывайте заходить в гости на мой второй канал «Домашняя кухня СССР». Там сегодня у меня рецепт. Вот такой, который съела я. Сейчас закуску из кабачков остренькую. Вкусная, очень вкусно, острая, острая. Кто любит острое, то вам понравится.
Володя мой просто в восторге остался. Он сегодня покушал в обед, говорит, очень вкусно, очень вкусно. Просто бомбически, говорит, вкусно. Вот. И заходите на 2 канала моей дочери, поддерживайте ее. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока. Завтра вновь увидимся. Удачи вам, люблю вас.